Так, ну вот теперь у нас тема государства. Тема государства. Мы сейчас, вот, так сказать, в общей форме с вами говорили о политических каких-то вопросах, а надо конкретно разобраться с этим институтом. Что такое государство? Что такое государство? Значит, и когда оно появилось? И подойти к этому надо исторически. Было государство при первобытном общинном коммунизме? Не было государства. Поэтому... А будет государство при полном коммунизме? Нет. А демократия будет при полном коммунизме? А? Демократия? Нет. А почему? Потому что демократия – это форма государства. А государства не будет. Значит, не будет и демократии. Поэтому это вопрос не такой простой. Значит, государство – это не такой институт, который существует вечно, и не надо путать... такие понятия, как страна и государство. Страны бывают разные, а государство – это совсем не тождественное со страной образование. Поэтому что такое государство, надо в этом разобраться. Значит, давайте вернемся к началу образования классов, к тому периоду, когда появился класс рабовладельцев и класс рабов. Значит, сами первые рабы появились не в результате купли-продажи, правда? Их не купили. А их... кто такие рабы? Это поверженные противники. А мы повергли их силой оружия. И класс рабовладельцев – это прежде всего вооруженный класс, правда? И он держит их в повиновении рабов вооруженной силой. И класс это делает не, так сказать, не по отдельности, а класс организовывается для того, чтобы рабы не убегали, и чтобы беглых возвращали, и чтобы тех, кто поднимает восстание, убивали и наказывали жестоко, чтобы вот это большинство рабов не могло победить меньшинство их эксплуататоров. Ну а как можно обеспечить подчинение большинства меньшинству? Но только за счет соответствующей силы, за счет принуждения. Или деньгами. А? Нет. Я у вас деньги возьму и сделаю по-своему. Поэтому деньгами вы это не решите. Одними деньгами никак не решите. Вот деньгами без государства не обойдется. Вот деньгами можно попасть в государство с помощью денег, в Думу можно. А вот вообще без государства решить одними деньгами не получится. Поэтому те решальщики, которые решают, они первым делом решают вопрос, чтобы их люди сидели там на государственных должностях. Они просто, так сказать, с этими деньгами вас же посадят в тюрьму и деньги заберут. Увидишь, узнают, что вы с деньгами, и деньги заберут, и в тюрьму вас посадят. А будете выступать, потом вас не найдут в этой тюрьме. Куда-то вы делись. Был и из списка исчез. А? Да. То есть большинство эксплуатируемых будет подчиняться меньшинству эксплуататоров только при наличии принуждения. Без принуждения эта задача неразрешима. А раз так, то нужно создать специальную организацию для принуждения. То есть эксплуататорский класс должен создать такую организацию, которая будет принуждать эксплуатируемый класс выполнять волю эксплуататоров. А в чем воля эксплуататоров? А в том, чтобы каждый рабовладелец свободно распоряжался своими рабами и делал с ними, что ему угодно. Так, грубо говоря. Но постепенно, что должно делать государство как общий институт? Общий для кого? Для эксплуататорского класса, их общий институт, который в этом смысле просто ясен, так сказать, эксплуататоры создают этот институт. И этот институт должен делать то, что сообща прописано. Поэтому надо прописать, что и как должно делать государство. И так появилось право.
право. Право есть возведенное в закон воля господствующего класса. А государство – это не просто насилие, это не то, что подошли и, так сказать, и ударяют мечом. Нет. За что наказывать, как и в какой степени – все это должно быть расписано. Поэтому государство – это систематическое насилие над людьми. Систематическое насилие, которое осуществляет господствующий класс. И если кто-то из представителей господствующего класса пойдет против воли этого класса, то и он подпадет под эту самую машину государства. Поэтому можно так сказать, что такое государство? Это машина насилия для осуществления политики, для осуществления воли господствующего класса. Вот и все. И это к какому государству относится? К любому. К любому. То есть это вот достаточно общее положение, которое применимо и к рабовладению, и к феодализму, и к капитализму, и к коммунизму на его первой стадии. Но в условиях, которые были в рабовладельческом обществе, в Риме, в Греции, это выступало, внешне выступало как демократия, да? Ну а кто в этой демократии участвовал? Ну все люди, а кто люди? Рабы же не люди. Рабы – это же говорящее орудие, правильно? Значит, весь этот принцип подчинения меньшинства большинству относился только к самим представителям эксплуататорского класса. Они между собой как бы решали, как им угнетать и подавлять эксплуатируемый класс. Я бы поставил вопрос так. Сейчас вот много разговаривают. Репрессии были, репрессии. А разве когда-нибудь было при наличии государства, что не было бы репрессий? Что такое репресс в переводе на русский язык? Это подавлять. Правильно? А пресс что такое? Это давить. Вот скажите, пожалуйста, рабовладельцы подавляли рабов? Подавляли. Значит, репрессировали? Да? Может быть. Как это может быть? Как может быть? Ну что сделали со Спартаком? Осталась одна команда от него. Футбольный. Это не они назвали, это уже позже назвали. Они даже и команду не назвали. Вот если от вас ничего не останется, кроме той команды, которую даже не вы, а кто-то другой, и по через сколько-то лет, там сотен назовет. Это не при репрессии? То есть какой-нибудь есть такой класс, вот скажите, может ли класс, господствующий класс, не подавлять своих противников? Ну может такое быть? Хорошо. Феодальный класс. Как он поступал со своими противниками? Ну, что сделал ли он с Кондратом Булавиным, со Сенькой Разиным, с Емелькой и Пугачевым? Что сделал он с ними? Подавил. Подавил. Значит, это репрессия или не репрессия? А что, вот при Петре не плыли там плоты, и на них не развешаны были крепостные по Волге? Не было такого? Это не репрессии. Даже больше можно сказать. Ну, а есть такой, а или когда вот, скажем, буржуазный класс во Франции, скажем, в лице Марата и Робеспьера подавлял сопротивление феодалов, а им даже некогда было отрубать вручную головы, они придумали что? Гильотину. Поэтому мы Марату память. У нас есть улица Марата, потому что он революционер-демократ. Он подавил жесточайшим образом сопротивление реакционной буржуазии. Подавил. Репрессировал ее. Самым жестоким образом. И Робеспьер тоже репрессировал, но вот наш губернатор решил, что надо по-другому назвать набережную Робеспьера, и она теперь называется Воскресенская. Потому что там была Воскресенская церковь. Сейчас у нас становится вроде как государство все ближе к церкви. Или церковь ближе к государству, я не знаю, так сказать, наверное, в обоюдных интересах, наверное. Ну вот уже не набережная Робеспьера, вот не знаю, еще улица Марата пока остается. Вроде бы казалось, если у нас буржуазный сейчас строй, я как вот рассуждал, то, наверное, должны чтить буржуазных революционеров. Как вы считаете? Ну там, ну, Ленина меньше чтить, там Маркса. А то памятник Ленину остается, понимаешь, Маркс около Смольной остается, Энгельс остается.
Дзержинский стоит на Шпалерной улице, и никто не думает, что у нас культурный город. Наверное, потому у нас называют культурной столицей, что у нас такой чушь, как в Москве. Раз, так сказать, памятник Свердлову, свернули, куда-то понесли. Потом, значит, Калинину сломали и там откололи какие-то куски от постамента. Я вот был как раз после этих событий в Москве. А у мусора было 1.5 метра, вот мусора прямо. Вот идешь по около по Лубянке, около детского этого магазина. Ужас просто. То есть какие-то темные, бескультурные люди. Дзержинский там в центре стоял, убрали Дзержинского. Ну а как? Вы бы стояли, показывали бы пальцем. Вот плохой дядя. Ну, плевали бы в него. А то Дзержинского убрали, потом рядом какой-то камень соловецкий поставили. И ни то, ни сё. Ну, если вы хотите сказать, вот злодей. У нас цари стоят же в Петербурге. Ну, Петру есть памятник. Он тоже, кстати, много перевешал людей. Ну, не мягкий был царь. На Исаакиевской площади стоит царю памятник? Стоит. Ленину стоит у Финляндского вокзала. Взорвали какие-то дураки, там, пальто Ленину. Ну, починили за 7 миллионов правительство города, за 7 миллионов пальто, потому что имеет художественную ценность памятник. Попробуйте, пойдите, вон, посмотрите на памятник Ленину у администрации стоит, у Смольного. Вас туда не пустят. Меня пустят, у меня есть пропуск в Смольный. Вас не пустят, скажут, вы куда? Скажут, я хочу Ленина посмотреть. Не пустят, а вдруг вы что-нибудь там испортите? Я вот вижу по вашему лицу, что вы можете взять и испортить как-нибудь памятник Ленина. А там написано «Диктатура пролетариата». Да, 1917-1927 на нем написано по кругу. Ну, как-нибудь мы с вами можем сходить вдвоем, я вас проведу. Посмотрим, как вы издавать будете экзамены. Да, посмотрим. Так просто, к Ленину не пройти. Так вот, ну, а в Москве-то какая-то ерунда. Что за безобразие? Вот у нас была история с известным памятником. Вам вот, наверное, она неизвестна, я могу вас проинформировать. Видели у нас на площади вот здесь стоит Сахарова памятник? Сахарова. Это памятник? Да, это памятник. Он называется «Утопленник». Как бы Елена Боннер его била, потом руки связала за спиной, бросила в пруд, потом достала и поставила обсыхать. Во всяком случае, Елена Боннер, когда узнала, что собирается, это какой-то армянин сделал, имя которого мне неизвестно, когда собирается его здесь поставить, она, естественно, не приехала, потому что он безобразный. Но если вы делаете памятник, так вы хоть патину вот этого, зелень-то снимите с человека, если он заслуженный. А вообще говоря, ведь, между прочим, Сахаров, вы можете не соглашаться с его политическими воззрениями, но что касается того, что он физик известный и участвовал в разработке ядерной программы, но он достоин, так сказать, того, чтобы ему как герою советского социалистического труда можно было поставить нормальный памятник. Но это же безобразие, поэтому нам его в университет хотели поставить. Наш сказал, нет, это он же к Академии наук относится, нам не надо такой университет. И так он сюда и перекочевал. И другая была история. Пытались площадь пролетарской диктатуры переименовать площадь Сахарова. И вот я присутствовал на телевидении, был тогда консультантом общественных началах телевидения, когда были выборы в последний Верховный Совет России. И вот там кандидаты-либералы говорили, надо вот переименовать эту площадь, это слово кровавое, диктатура пролетарская, да? Как это может, площадь тут вот такая красивая, давайте ее переименуем, площадь Сахарова. Он так много сделал для политики, у него такая конституция, такой проект, какой конституции хороший проект. Потом один выступает, второй, третий, потом у нас товарищ Дегтярев выступил из нашего университета, доктор исторических наук, Александр Якимович. Есть у него книжка «От Халки до Угры», можете почитать. Он говорит, я вот доктор исторических наук, он тоже был кандидатом. Я не понимаю, вы создайте площадь, постройте ее, назовите как хотите. А что вы переименовываете то, что? Ну, была площадь, пусть она и стоит, и остается, как есть. И вот выступает товарищ Риверов, Росвидеофильм, генеральный директор. Что, говорит, Сахаров? Сахаров? Это что, человек только одной площади? Ну, несерьезно.
Вы же сами говорите, что это человек вообще, так сказать, в области политической такое сделал, что он даже не вмещается в рамки города. Да, наверное, и страны. Да, я думаю, и всей Вселенной. Поэтому давайте назовем какую-нибудь комету, и пусть он летит к своей матери в прямом эфире. Поэтому больше никто никогда не переименовывает площадь пролетарской диктатуры ни во что. А вот то, что там напротив Смольного, это был дом политпросвещения Ленинградского обкома, а сейчас это бизнес-центр международный. Международный бизнес-центр по адресу площадь пролетарской диктатуры, дом 6. Красота. Только историки могут с этим ужиться. С этим вот, это такая картина такая, мозаичная, очень забавная. Ну так не надо это вот, эту сложность взять ее и рисовать серой краской. Ну как было, так и есть. Все отражается, очень хорошо. Значит, феодалы репрессировали своих противников. Это так? Да. Буржуазия репрессировала своих противников. И вот они теперь дружно уговаривают, что вот не надо социалистическому государству репрессировать своих противников. Но оно и перестало репрессировать. Где социалистическое государство? Корея. Все? Нет, нет. Где то, которое перестало репрессировать своих противников? Нету его. Так оно и должно получаться. Другое дело, что всегда, когда кто-то с кем-то борется, и я думаю, историки это знают, что всегда и в мирное это время есть ошибки, а в военное время или там в предвоенное, или, так сказать, при всяких сложностях всегда есть не только ошибки, а заведомо в тех органах, которые должны осуществлять государственную власть, или, не дай бог, репрессивную власть, волю осуществлять, находятся люди, которые это делают в интересах самого противоположного класса. Так или не так? Даже вот такое было интересное такое требование. Давайте, говорит, опубликуем имена всех палачей. Хорошее такое было требование. И начали их публиковать в «Ленинградской правде», кто работал в органах и сажал тех, кого не надо. Потом только начали публиковать, несколько вышло номеров. Как посмотрели, какие фамилии, и как сразу сказали, давайте не будем публиковать, и перестали. Можете посмотреть газеты, это очень интересно. Так что вопрос, конечно, в том, чтобы понимать, насколько это сложная задача. Если люди думают, что вот если вы совершаете какое-нибудь необщественное действие, то это означает это, что вы антиобщественный человек или нет? А? Не означает. А люди думали, вот так рассуждали многие, что вот вы вот живете в советском обществе. Вот вы живете, да? Ну, не в советском, там. Нет, давайте предположим, что вы в советском. Не надо уворачиваться. В советском. И совершаете антиобщественные действия. А общество у нас советское. То есть вы признаете, что совершили антисоветское действие? Нет, нет. Как это нет? Совершил антиобщественное. А общество у нас советское. Ну, давайте еще идите, посидите, подумайте, приходите снова. Я вас вызову. Так антиобщественные действия совершали? Да. Общество у нас какое? Советское. Значит, вы совершали действия, противоположные обществу. Какому? Да. Какому? Советскому. И, значит, вы утверждаете, что вы не совершали антисоветские действия? Антиобщественные. Ну, общество у нас советское? Да. Ну ладно, так и запишем. Он, значит, совершал антиобщественные действия. Общество у нас советское. Действия он совершал антисоветские, но отрицает. Что будем с ними делать, граждане судьи? А? Расстреляйте. Вот, видишь? Вот он не удержался на правильной позиции, которую сначала занял. Человек, который совершает антисоветские действия, не обязательно антисоветчик. Вот вы должны были что сказать. Человек, который совершает антиобщественные действия, не обязательно антиобщественный человек. Потому что нету таких людей, нету вообще ни одного человека, который бы всегда совершал только то, что является положительным. И ни вы таким не являетесь, ни я, ни... Или есть тут кто-нибудь, кто скажет, что у него нет недостатков. Есть такие люди? Я просил бы этих выйти людей, потому что они лжецы.
Но есть такие люди без недостатка. А недостаток он проявляется в действиях каких? В любых. Не в любых, а в антиобщественных. Недостаток. Какой же он недостаток, если он в любых хороших действиях? Вы пришли и подарили его там девушке букет роз. Что тут такого антиобщественного? Цветы сорвал, Гринпис будет там. А вот если вы цветы сорвали чужие, да, вот это да. Вот это другое дело. Это вы пошли против собственности. А если это общественная собственность? Против общественной собственности пошли. А она в государственной форме. Против государственной собственности пошли. Ну, тут уже ждите. Так просто не обойдется. То есть из того, что человек совершает антиобщественные действия или антисоветские, не следует, что он антисоветчик или антиобщественный. Не следует. Просто надо брать человека в целом, как противоречивое существо. Вот, скажем, противоречие – это что? Это целый и свой момент. Ваши положительные, так сказать, достоинства ваши, они существуют и как целое, и как свой момент. А недостатки только как отрицание, только как отрицательный момент. А как целое не существует, пока вы не превратитесь совсем в человека, для которого решающим являются его недостатки. Мы же говорим про хороших людей. А кто такие хорошие люди? Это люди без недостатков или с недостатками? Ну вот, с недостатками. Поэтому не надо изображать тех людей, которые совершают неправильные действия, врагами общества. Даже если оно и социалистическое, или советское. Это неправильно. Поэтому враги – это те, которые не изучают науку историческую и философию не изучают, и поэтому запутывают себя и других людей. Не могут правильно поставить вопрос. А получалось так. Вот у нас были такие люди, как Ягода и Ежов, министры внутренних дел. Было? Было. То есть то, что вот репрессии были при всяком обществе, при всяком государстве, это мы знаем. И вот сидит какой-нибудь следователь, вроде вас, и рассуждает, вызов. Говорит, ну что, недостатки есть у вас? Есть. Ну, они недостатки-то, вы понимаете, что они в отрицательных действиях проявляются? Или у вас не проявляются? Проявляются. Ну, значит, в антиобщественных. Вот товарищ тут, он теперь он понял, что общество у нас советское, значит, в антисоветских. Вы один такой или еще есть такие люди? Друзья есть у вас? Так. Вы дружок, наверное, да? Нет? Первый раз видите? Да. Ну, ничего. Вы тоже его первый раз видите? Хорошо. Значит, вы в одиночку это делали? В одиночку. Хорошо. Ну ладно, в одиночку так и запишем. Значит, с особым этим цинизмом в одиночку боролся против советской власти. Что будем делать с ним? Вот товарищ предлагает расстрелять. Но мы и так не можем. Надо, чтобы суд был праведный. Давайте тройку соберем. Часто, вот часто при буржуазном строе это не втроем решают. Сейчас демократия. Сейчас сколько человек решает? Один. А тогда было ужасное время, там решали втроем. После войны было тоже время. Еще два было народных заседателя. Судья один и два народных заседателя с одинаковым правом голоса. Судья выборный. Не назначенный, как сейчас, а выборный. А народные заседатели каждый год меняются, каждый раз от предприятия. Им даже взятку не знаешь, кому дать. Потому что они приходят все другие. На всех не напасешься же, на этих народных заседателей. И судей не принесешь, потому что их трое-то заметят. А одному это просто дать адвокату, он принесет. У нас даже совещательная комната называется по-прежнему. А кто с кем там совещается? Судья с самим собой. Очень интересно сейчас. Но в городском суде тройка. Это я вот вам докладываю. Тройка, тройками там решает. Больше, если только суд присяжных. Но это редко бывает. Так что тройки никуда не ушли. Они просто свернулись в единичку. Да. То есть это вопрос, вот, который я затронул, это вопрос о том, что если люди, так сказать, или неграмотные, или не понимающие, так сказать, или неправильно ставящие вопрос, они были при всяких режимах, и при всяких режимах были и невинные жертвы в том числе. Вот, пожалуйста, пример. Значит, вот он говорит, что он единичка, единичная. Я смотрю, что много таких случаев.
Вот. А у вас тоже есть недостатки? И вы тоже единичный факт. И она против советской власти. А у вас? Что-то у вас много набирается. То есть я смотрю, тут целый этот... целое явление. И надо с ним беспощадно бороться. Я боролся, боролся. Потом меня вызывает начальник и говорит: так, Михаил Васильевич, ты боролся, да? Я говорю: да, вы боролись. Вот вы боролись? Всех там, так сказать, кого-то перестреляли, кого-то посадили. А явление-то осталось? Я говорю: что? Как что? Если оно осталось, значит, вы брали не тех? Если вы брали не тех, значит, вы посадили или довели до расстрела невиновных, так? Я говорю: так, что надо делать? Ну, как что, говорю, меня расстреляют. Да, правильно, говорит, понимаете. Вас расстреляем. Что сделали с двумя министрами? Расстреляли. Расстреляли. Вот такая картина жизни. А вот те, кто их расстрелял, были недостатки? Были. То есть они совершали советские действия? Совершали. Ахаю, у Сталина были неправильные действия. Сказать какие? Вот Сталин взял и написал в экономических проблемах социализма, что закон стоимости – закон социализма. Это прямо противоположно тому, что писал Энгельс. Прямо противоположно. И закон стоимости – основной закон капитализма. Как основной закон капитализма может быть? И мы в этом смысле во многом обязаны. Вот это развитие этих рыночных тенденций, которые в конечном итоге привели к разрушению социализма. А начиналось с того, что давайте закон стоимости, объявим законом социализма, потом скажем, что не надо его сдерживать, надо создать все условия для его проявления, потом появляется сентябрьский пленум 1965 года, потом вместо экономии труда и снижения себестоимости главными показателями становится прибыль, рентабельность, потом начинается бешеный рост цен, сметает комитет цен, институт цен, недовольство народное, потому что цены растут на все при социализме. Зачем нам такой социализм? Антисоциалистические настроения и контрреволюции. А вы говорите: да, товарищ. А почему Сталин тогда не стрелял? А вот я когда на конференции, которая была у нас 22 апреля, рассказывал про Ленина и Плеханова. Что вот когда Плеханов написал правильно, что... что государство должно быть государством диктатуры пролетариата, за которое борется рабочий класс России. А Ленин говорит: зачем-то нам эта диктатура? Хватит нам и социальной революции. А Плеханов взял и вычеркнул тогда из проекта. Ошибку-то сделал Ленин, а вычеркнул-то Плеханов. А потом Плеханов представил второй проект уже без диктатуры пролетариата, но Ленин-то, в отличие от некоторых других, поизучал, посмотрел, почитал и говорит: как же так это? Куда делось-то это? Диктатура пролетариата здесь была, стояла. Это же Маркс в критике Готской программы сугубо на это указывал. И Энгельс в критике Эрфуртской программы. Надо вернуть. Плеханов был большой ученый, писал, вернем. И вернул. И так у нас... То есть вот эти люди, они удержались в итоге. В итоге, так сказать, все поставили на место. А могло бы это развиваться. Ошибки у всех могут быть. Не надо на ошибки настаивать. Об этом Сталин говорил. Будете настаивать на свои ошибки, она превратится не в ошибку, а в систематическую деятельность. Она уже будет преследоваться государством. То есть мы затронули вопрос какой? Вопрос о насилии по существу в истории. Вся история полна насилий. Постоянно. С одной стороны рассуждают «не убей», а с другой стороны одна война, вторая война, третья, бесконечные войны, они продолжаются, а империализм вообще чреват войнами. Поэтому войны тут постоянно идут, никак не заканчиваются. А войны постоянно носили, и, скажем, те люди, которые красиво называются миротворцы, это кто такие? Это те, которые вооружены, и которые прилетят на самолетах и будут бомбить. Если, говорит, вы не успокоитесь, пришлем к вам миротворцев. Они вас успокоят. Хочешь мира, готовься. Да. Поэтому. Ну и, скажем, что за какие институты государства? Первые же институты государства, которые составляют его существо, это институты принуждения. Какие? Это А. Армия. Армия? Она отражает и внешнего врага, и внутреннего врага. Как называется армия, которая отражает внутреннего врага? Внутренние войска.
Как вы думаете, у нас внутренние войска хорошо вооружены? Хорошо. Хорошо. Вы не видели вот какие-то бабушки там около памятника Ленину у Финляндского вокзала выступали за повышение пенсии? Ну и там милиционеры ходили рядом с ними, так братались. А около Невы стояли космонавты, то есть в бронежилетах и вот в прозрачных шлемах таких, круглых, которые готовы бороться. Хотя никакой необходимости в этом нет. Ну, устрашали этих бабушек здорово. Очень здорово. В бронежилетах. Напротив стоят шеренгой такой. Ну, правда, они постояли, да вошли потом. И зарплату получили за этот день. Нет. Пенсию. Вот вы, наверное, помните, когда была монетизация льгот, это уже сравнительно недавно было, может, это и помните. Была это лет, наверное, 10 назад. И вот тогда 10 тысяч пенсионеров собралось на пересечении Невского и Садовой. После этого перепугалось и правительство, и тут и губернатор. И после этого ввели эти самые зеленые карточки и дополнительно стали доплачивать пенсионерам, только бы они не выставали. А чем опасны пенсионеры в демократическом государстве, не знаете? Вот. Вот. Видно, вот какие-то, ну, вот просто приятно. Ну, чего народ толковый сидит? Это же главный электорат, пенсионеры. С ними ссорятся? Ни-ни. Я сегодня ходил в сберкассу. Я тоже пенсионер. Кроме того, только работающий. Думаю, сейчас сниму, там у меня 1000 рублей было. Смотрю, 2000 рублей. А почему? Оказывается, я подпал под этого, чтобы быть дети войны. Я 45-го года, февральский. Я как бы в войну родился. Ну, почти что воевал. Раз 1000 рублей. Это, конечно, довольно забавно. Насчет того, что какую роль ему... Я, например, так сказать, жил в такое время, когда все лучше и лучше и лучше жилось. Поэтому, так сказать, как бы надо не столько мне приплатить, сколько у меня отбирать. Но вот факт жизни такой забавный. Поэтому с пенсионерами нет, нет, с ними нельзя ссориться, государством. Поэтому надо продумывать всегда, кого репрессировать, а кого приближать к себе. Обязательно. А вот студенты, они толку, они же не пойдут на выборы, основная масса. Поэтому вам нечего и платить. Поняли, почему вам? Почему у вас маленькая стипендия? Зачем вам стипендию платить? Вы же не ходите на выборы. А? Ну, во всяком случае, те люди, которые решают эти вопросы с позиции своего класса, они должны заботиться о том, чтобы этот класс удержал свою власть или нет. А чтобы удержал, он, значит, думать, как платить. Деньги не бесконечные же. Во-первых, если я хочу власть удержать, кому надо платить прежде всего? Нет, мне надо сначала платить больше всего тогда, если я хочу власть удержать. Зачем же мне эта власть, если я не буду больше получать? Ну, сами подумайте. Ну, потом уже, вот, если вы меня поддерживаете, то вам. Вот, например, эта самая партия у нас, ЛДПР, хорошая же партия. Она когда-нибудь, она все время шумит что-нибудь в лице своего лидера Жириновского. Ну, к примеру, вот он с Немцовым в свое время дискутировал, а Немцов что-то говорит, а его Жириновский, так сказать, как-то обозвал, а тот стал выступать, а Жириновский взял стакан и плеснул ему в лицо. Эффектно? Эффектно. Вот вы сейчас будете выступать, я сейчас подаю и из стакана плесну в лицо. Ответственность какая у меня за это? А? Не понял. Ну что вы обидите? Ответственность какая у меня? Юридическая есть? Меня. Вы на меня заявление в суд, а я скажу, а я смотрю, читаю лекцию, а смотрю, человек на нем лица нет. Я думаю, сейчас он упадет в обморок. Я подошел и его распас. Это же юристы, это страшное дело. Это. Они все исказят и все изобразят так. Вы юристы, вы станете звездой Ютьюба. Звездой – это хорошо. Да. Да, на Ютьюбе. Я буду звездой Ютьюба, благодаря вам. А за этот наш концерт я вам отчислю, естественно, долю. Точно? Конечно. Он записывает, все же, все идет. Стакан-то вы не принесли, так бы мы сейчас исполнили с вами. Ha ha.
какой-то. Да вот человек был, он ушел в Америку обратно. Пусть готовится в следующий раз. Короче говоря, мы вступили в очень... То есть не надо понимать это вот принуждение так примитивно. Оно в самых разных формах. От, так сказать, вот такого жестокого подавления, да, до всяких разных форм. Но это систематическое подавление. То есть закон, есть кодекс. За что сажать, за что не сажать, там сколько сажать. Если средняя тяжесть, вот настолько. Если, а если у нас колонии... Есть строгого режима, есть общего режима. Можно на солнечную сторону вас, а можно на тенистую. По-разному это получается. А есть тюрьма, самое плохое. Но, если вот вы читали бы эти все законы, там вы бы узнали, что во всех законах уж меньше, чем час в день, чтобы человек не гулял, такого нету. Поэтому живут они долго. А вот вы же не гуляете ведь по часу в день, точно. Все сидите, занимаетесь. А? Да занимаетесь все, занимаетесь историей, все. А это чревато, можете заболеть. Вы гуляете хоть час в день обязательно, на свежем воздухе. Курсовой. Курсовой. Из-за какой-то курсовой умер человек. Вы что? Ну, в армии, конечно, будет. А? В армии, конечно, там будет на свежем воздухе. Вот в армии на свежем воздухе, да. Вон репрессированные люди, некоторые на лесоповале, живут и живут 90 лет и дальше. А мы-то проживем столько, не знаем. Особенно с курсовыми, с этими. Это ужас. Так, из чего состоит этот весь, так сказать, вся эта машина? Это, во-первых, значит, армия обязательно. Мы уже сказали с вами, для отражения внешнего противника и внутренних возможных выступлений. Раз. Это чиновничество, которое все приводит в движение. Чиновники. Вы с ними разговариваете, а у него руки заняты. Почему? Вы говорите, приходите ко мне и говорите, помогите мне, Михаил Васильевич. Я говорю, вы что, не видите, я занят? А чем я занят? Как вы думаете? Я двумя руками держусь за кресло. А я думал, взятки пересчитываете. Нет. Если я не потеряю это кресло, мне взятки никто не будет давать. Вы подумайте сами, а вы из-за каких я должен схватиться за взятку? Это вы хотели меня оторвать от кресла? Нет, вы взятку мне положите на стол. Не знаете, что в руки не надо? Или вот в карман-то суньте, а зачем же вы это хотите, чтобы я рукой брал? Он хочет меня под монастырь подвести, нашел дурака. Нет, так не. Мы же народ прожженный. А если второй раз вы ко мне приходите, а я опять вот хотите, помогите мне, а я ведь так, а и вот так у меня рука. А это что значит? А это значит, я уже за следующее кресло зацепился одной рукой. А это и за это. Ну, видите, я не могу вам помочь. Ну, не могу я вам помочь. Видите, у меня руки заняты. У меня секретарша есть. Она вам объяснит, что он занят, вышел, звонит по телефону, у него совещание. Короче говоря, не будет он с вами разговаривать. А вы думаете, почему? Один товарищ пришел растамаживать свой товар к чиновнику на таможне. Ну, и тот говорит, вот пока еще не можем. Он день ждет, второй, неделю, вторую. Приходит, говорит, в чем же дело? Говорит. А тот ему каждый день отвечает, надо ждать. Да я, говорит, жду уже, вторая неделя, все, жду, надо ждать. И вот он задумался в субботу, в чем же дело? А потом... Его осенило. Надо ждать. Вот. Он пришел, расплатился. И думает, завтра получу. Все, пойдет товар. Приходит послезавтра. Ничего, опять стоит, все, ничего не двигается. А в чем дело, говорит, как это так? Почему это вы не растамаживаете? Тот говорит, мало ждали. Ну, хорошо, подожду еще. Еще неделю ждет. И каждый раз приходит, он говорит, мало ждали. Думаю, что же происходит? Он потом сидит в субботу, думает, в чем дело? Мало ждали. Пришел, добавил. Ну, теперь думает, все? Нет. Опять та же самая картина. Спрашивает, в чем дело? Он говорит, надо доложить начальству.
Тут он сразу понял, и вроде дело пошло. Но для этого надо держаться за кресло. Причем созданы сейчас тепличные условия для тех, кто держится за кресло. Значит, недавно понизили наказание за взятку. Знаете, да? Совсем недавно. А вот Дмитрий Анатольевич, когда был президентом, он вообще вместо уголовной ответственности, еще вот которая была, да еще с конфискацией имущества, когда вас все отберут, и вашей семьи прям вас по миру хотят пустить, вот, вместо этого просто кратность взятки. Допустим, вы берете за год 100 взяток по 1 миллиону. Это раньше так брали. Сейчас уже по миллиарду берут, вы же знаете. Ну, это старая история. По миллиону, когда еще при Медведеве. Значит, взятка по миллиону. Потом вас на одной взятке поймали. И в десятикратном размере с вас уголовное дело не заводили, а просто с вас в десятикратном размере взыскали. И вы так посчитали, 100 миллионов получил, 10 миллионов отдал. Нормально, можно жить. И живут. Как вы этим запугаете сейчас взяточников? Это китайцы, они дикари, они сразу расстреливают взяточников. А у нас народ цивилизованный. Сегодня я, завтра ты, неужели я дам, сделаю так, чтобы вот вас расстреляли, а завтра меня расстреляют? Нет, а потом ошибки могут быть. Поэтому не надо никого, трогать не надо. Единственный, кто у нас есть, товарищ председатель Следственного комитета, который говорит, надо конфисковать имущество, иначе со взяткой не побороться. Вообще надо сказать, что тот, кто думает, что с помощью принуждения можно проблему решить, тот ошибается, конечно. С помощью принуждения можно ограничить это явление, правильно? То есть вы, скажем, расстреливаете за убийство, убийств будет меньше. Но чтобы их вообще не было, такого не бывает. А расстрел – это не убийство? Нет. Это не убийство. Вот и некоторые у нас путают расстрел. Вместо того, чтобы журналисты, они не учились у нас на факультете, в институте истории, они пишут, расстреляли какие-то бандиты, расстреляли человека. Они не могут расстрелять. Расстрелять может только государство. А бандиты только могут застрелить. Юридически это разное, по сути. Вот смысл разный есть. Смысл разный. Человек умер, а смысл разный. Все умрут. Чего вы волнуетесь-то? Все умрут. И я умру. А вы моложе меня, и вы умрете. Чего вы волнуетесь? Это в этом отношении все хорошо. Полное равенство. Чего вы пугаетесь? Да, жить вечно не получится. Вы сейчас хорошее, доброе делаете, чтобы хорошее осталось на века. Больше. Вот. А это не беспокойтесь. То есть все это расписано, есть соответствующий кодекс, то есть это не просто организация насилия государства, а организация систематического насилия. За что сажать, за что не сажать, значит, за что и как приговаривать, какой порядок, какая процедура судопроизводства. Допустим, какая процедура следствия? Вот если я вот посмотрел на вас, вот вы в черной рубашке. Это куртка. Куртка, еще хуже. Куртка. Бор. Черная. И я подозреваю, а вот если я подозреваю, что вы убили 10 человек, знаете, что можно по Уголовно-процессуальному кодексу? Вас задержать на 10 суток. Без предъявления обвинения. А 10 суток вам, с вами будут разговаривать товарищи и рассказывать, что если вы добровольно признаетесь, то мы вас смягчим наказание. Они смягчат. Нет, смягчат. Смягчат. Вас потом выяснится, что наказание было от 7 до 15, вам 7 дадут. А вы ничего не делали плохого. А потом вот через 10 дней. Это вот сразу. Если вот мелкое наказание, то нельзя просто вот задержать 10 дней. А вот если вот серьезные, там, 10 человек, подозреваемый, это статус будет у вас, подозреваемый, это вы свободный человек. И вы не обвиняемый. Вы даже не обвиняемый, вы только подозреваемый. 10 суток произошло. Или я вам приношу обвинение, и тогда вы можете защищаться. А так как вы будете защищаться, даже вам обвинение не дали. Или я вам не приношу. А тогда я вас выпускаю. Свобода. Ну, я придумаю какое-нибудь обвинение. Это раз вам. И тогда вы уже кто? Обвиняемый. Ищите себе адвоката. Деньги есть? Нету. Нету денег. Мы вам дадим государственного адвоката. Сами понимаете. Мы вам дадим адвоката. Вам. Мы. Посмотрим, как он вас защитит.
Так и будете вы защищаться. Дело на вас сошьем, томов 50. И будете вы его читать. Потом вы ознакомитесь с делом, и тогда можно уже направить дело куда? В суд. И кто вы тогда будете? Подсудимый. Подсудимый. И вы кто будете? Это вы еще свободный человек. Вы же то подсудимый, но не осужденный же вы. То есть вы как бы вот свободны, только вы 2,5 года отсидели под следствием и 2,5 года в суде это дело тянули с вашего. Уже 5 лет вы сидите, а вы свободный человек. И вот, кстати, суд вас раз и оправдал. Правда, часто суды решают так, раз все равно 5 лет отсудили, дать вам поесть 5 лет и в зале суда и с эффектом вас отпустить. Красиво будет? Вот, сейчас раз и вас выпускаем. Все довольны. И родственники довольны, и знакомые. И вы довольны. Довольны, что вас отпускают? Недовольны. Недовольны? Хорошо. И еще год. 6 лет вам. А 5 лет вы уже отсидели, еще год. Вот. Надо было бы сразу соглашаться, а вы вот не захотели. Вот так с вами и надо, чтобы вы знали. Но бывает и так. Выясняется, что вы без всякого адвоката, все-таки человек грамотный. Я же лекции вам не зря читаю, с применением юриспруденции. И вы оправдали себя. То есть суд вас оправдал. Вы доказали, что вы невиновны. Тогда что делается? Нет. Тогда в конце судебного заседания выходит прокурор. И от имени государства приносит извинения подсудимому. Как фамилия ваша? Как? Тераскевич. Дорогой товарищ Тераскевич, государство наше российское приносит вам, в моем лице, я от имени государства, извинения за то, что вы 5 лет посидели. И разъясняет, что вы имеете право подать в суд на компенсацию морального вреда к государству. И надо сказать, в ряде случаев это достаточно приличная сумма будет. Ну, а в ряде случаев уже настолько человек насиделся и набывался в этих органах, что он даже перед лицом больших денег не хочет туда даже и появляться. В суд снова судиться? А с кем вы будете судиться? А там уже буду я от лица государства говорить, а зачем вы так много требуете? Вы же получили опыт бесценный. Всем будете рассказывать, в каких местах были, какие там условия. Другие этого не знают, а вы из первых рук. А то некоторые он по Кореям разъезжает. А вы сидели в самом центре, так сказать, знаете, как бывает. Вот Ленин сидел же год и ничего сделал революцию в России. И в ссылке был 3 года. А вы что, лучше Ленина? Вот. Короче говоря, вы подумайте, стоит ли судиться с государством. Во всяком случае, судятся и выигрывают. То есть эта картина, на самом деле, очень непроста. Это во всех государствах так. Вот сейчас события в Соединенных Штатах Америки, в Балтиморе. Ну, в связи с этими волнениями, связанными на национальной почве, когда полицейские действуют в городе, который преимущественно негритянским населением населен, или, скажем, мексиканским, начинаются национальные волнения. Сейчас им дан приказ не стрелять. Ну, не стрелять, погромы, и тем не менее идет, так сказать, вот такие столкновения. Начальник ФСИН брал взятки, значит, деньги, не брал взятки. Деньги, которые выделены были на систему контроля за осужденными, на браслеты ножные, электронные, 2 миллиарда. Своим подельником украл. Я думаю, там все уголовники праздновали это вовсю, когда начальник, человек, который был 1,5 года назад начальником ФСИН, сел. Он еще не совсем сел, он пока еще впоследствии находится. Но красивая картина. Видите, как государство борется с врагами внутренними? Это же враг, начальник ФСИН, он подрывает вообще всю судебную систему. Видно, трудно ему было удержаться. Вы бы смогли удержаться, если бы могли взять 2 миллиарда? Вот можете сказать? Сложный вопрос.
Вот он под вопросом уже задумался человек. Он говорит, миллион я бы удержался, а вот миллиард, черт чего знает. Смотря чего миллиард. А? Смотря миллиард чего? Чего, рублей. Каких? Каких, каких? У нас рубли железные сейчас, я же вам показывал. Возьмите 10 рублей и к магниту приложите, увидите, он притянется. Рубли у нас железные, все хорошо. Не деревянные. 10 миллиардов железных рублей будет тяжеловато, но для этого я все-таки не смогу. А вот если на счет перевести? Учитесь на примере этого самого губернатора Сахалина. Ему тоже было тяжело, ему приносили просто и клали на пол. Зачем нести? Миллиарды принесли. Для авторучек наборчик за 60 миллионов. Я вот был в Смольном, захожу в киоск, говорю, у вас есть авторучки по 60 миллионов? Они говорят, нет. Я говорю, а что вы не завезли, сейчас же модно это. Они говорят, ну в следующий раз привезем. Это все решаемые вопросы. Что вы? Так и скажете, не только мне сами несите. Вот как этому Хорошавину. Сами. Чтобы я еще ходил, за миллиардом отдаете. Я и так уже из Москвы его добивал, этот миллиард. Себе, а вам такой же миллиард. Там же все довольны оказались предприниматели. Он же выбивал на всех, вам сколько надо? Миллиард? Два? Если вы предприниматель. Три? Хорошо, три. Так, 6 миллиардов сюда пришлите, потому что у нас страдает народ на Сахалине. 6 присылают. 3 вам, как вы просили, а 3 мне, естественно. На ваш счет, а вы мне принесете наличными. Что, не понимаете, как надо нести? Конечно, я не буду. Зачем мне эти расчеты по счетам, карточки и всякая ерунда? С карточки кто-нибудь снимет? Несите в руках. Так, что у нас еще есть? Прокуратура. В государстве есть обязательно. Что такое прокуратура? Это орган, который следит за точным и полным соблюдением законов во всех сферах. Во всех. С ним тоже беда. Скуратова, помните? Вот обвинили в том, что у него много костюмов. Я вот тоже думаю, жалко мне Скуратова, потому что у меня еще есть костюмы. По крайней мере, 2. И думаю, вот узнают, что у меня еще есть 2 костюма, и заведут дело. И снимут с профессоров. Скуратов объяснял, что он генеральный прокурор, вроде как ему надо. Сказали, не-не-не, это не пойдет. Потом сняли это обвинение. А еще какой-то фильм показали, как он к массажисткам ходил. Потом сказали, что эта запись недействительна. Но уже он, на место его, в его кабинет залетела Чайка. И вот этот нынешний прокурор Чайка так там и сидит. А того уже нет. А Скуратов несколько раз пытался, уже когда с него сняли все обвинения, туда снова зайти. А уже занято это место, все. А перед этим был Ильюшенко, исполняющий обязанности генерального прокурора. Взяли и посадили на 3 года. Вернее, не посадили, а просто он сидел, так сказать, обвиненный или задержанный. Так и непонятно, потому что суда не было. 3 года отсидел генеральный прокурор, а потом его выпустили. Ни обвинений, ни оправданий, ничего. И что тогда может сейчас прокуратура сделать, если такое происходит с генеральным прокурором? Беда. Прокуратура должна следить за точным и полным соблюдением законов всех сфер. Суды уже выведены из сферы действия прокуратуры вот у нас сейчас. А суды есть очень хорошие. И есть хорошие решения. Поэтому, когда говорят, вот, в суде ничего нельзя. Ну, как сказать, бывает и можно. Если кто и занимается, так суды. Еще мы не взяли, а была же милиция у нас. Это что же? Что такое милиция вообще по понятию, как вы думаете? Вооруженный народ. Не армия. Какая армия? Народ вооруженный, милиция называется. И вот у нас это название народ, народ, потом оно не понравилось Дмитрию Анатольевичу. Говорит, давайте сделаем полицию. Потому что, говорит, вот милиция, это в советское время сделали, после революции. А на самом деле, когда появилась у нас милиция в России, кто знает? Товарищи историки. Милиция когда была создана? Буржуазия. Конечно, буржуазия создала. В каком году? 10 мая.
До какого ноября? В феврале был уничтожен корпус жандармов, департамент полиции был уничтожен. И создана народная милиция по решению временного правительства, товарищи историки. Если кто хочет меня опровергнуть, пойдите. В следующий раз придете на лекцию и скажете, вот, Михаил Ильич, документ, что это не временное правительство. Ну вот есть товарищ, который знает. Народная милиция была, народная. А после ноября была не народная, а рабочая. Не путайте народную и рабочую. Это разные понятия. Бывает. И полиция. А полиция кого должна защищать? Народ, что ли? Нет. Правящий класс напрямую. Правильно? Тут звонят, говорят, милиция, милиция, 02 набирает, и те говорят, какая милиция? Полиция, мы этим заниматься не будем. Переименовали. Что значит переименовать? Переименовать – это значит на всех машинах написать вместо милиции и полиции, все бланки поменять, все печати, потом всех заново вас уволить, вывести за штат, а потом проверить, и тогда 2×2 знаете, сколько будет? 5. Ну что, за оригинальность возьмем его в полицию. А вы знаете, сколько 2×2 будет? 5,5. 5,5. Это не оригинально. Ну, с половиной. С половиной, ладно, берем. А вы знаете, сколько будет 2×2? Знаю, 4. Вас за знание полиции. И что? Что изменилось-то? Вот говорили, вот ужасно, сейчас полицию переименуем, и все будет красота. А в чем проблема-то? Вот все, о которых мы сейчас говорили, можно подумать, что тут что-то, ну, целый куст уже всяких проблем. С чем связано? А потому что принцип буржуазного общества в чем? Приоритет чьих интересов? Личных или государственных? Надо блюсти прежде всего. Да ладно. Принцип, судя по логике, вот принцип буржуазного общества. Что? Личность превыше всего. Правильно? Вы конверт видели когда-нибудь? Вот новый. Ну, советский конверт был примитивный такой. Сверху написано... Там СССР, потом город или область, потом улица, а потом дом, а потом квартира, а потом вы. А сейчас? Наоборот. Вы. Раз, Джон. Иван. Так, Петров. Улица такая, дом такой, улица такая, область такая, Россия в конце. И что, как читает? Как вы думаете, как почта читает? Так? Все равно же надо знать, куда направлять. Вам показывают, даже на почте показывают, что вы самый главный у нас. О своих интересах надо думать, а не об общих. Раньше эти пели все. Надо думать о родине, а потом о себе. О себе надо думать. Вы вообще не человек нашего общества. Изгой. Не разговаривайте с ним больше. И вот человек поступил чиновником, я поступил чиновником на работу. О чем я должен думать? Сколько я времени тут пробуду? И за это время я должен накопить достаточное богатство. Это главное. Но кроме того, и государству послужить. Тут вы вот в какой-то мере и правы. Что я же не просто так, а должен что-то делать и полезное для государства. Но себя не забывать. К примеру, вот того же самого полицейского взяли на работу, молодого, примерно как вот вы, а он 3 месяца не приходит на работу, не приходит, зарплату не получает. Вызывайте его начальник, спрашивает, так, ты что не получаешь зарплату? Он говорит, так я думал, что мне эту, пистолет выдали, и я сам должен как-то крутиться. А вы там со своим приоритетом этих интересов государства. Это все советская пропаганда. Это у вас родимые пятна социализма на вас проступают. Через вашу черную куртку красные пятна проступают. Да, в Советском Союзе было много металлистов. Да. Вот такая беда. Что мы еще не охватили? Вот мы охватили разные всякие органы. Если мы другие страны возьмем, там в Чили был корпус карабинеров. Вот наивные Альенде... Думал, что если вот он в этом выиграет, да, мы же не взяли с вами самые важные законодательные органы.
Ну, как выясняется, что они не самые важные, потому что, скажем, вот Борис Николаевич Ельцин взял и из танков как ударил по законодательному органу, и все. И то, что по Конституции, так сказать, Верховный Совет не может разогнать никакой президент, это ничего не значит. Раз, и выстрелили из танков, и вылетела новая Конституция, которую придумал Шахрай, с которым вы тут встречались. Красота. А вот Альенде решил, что раз они там, соцпартия его победила в Чили, то значит он уже возглавляет государство. Президентом же он был. Исполнительная власть и в законодательной власти большинство. А сила-то государства в чем? Она сила-то в силе военной, вооруженной. А корпус карабинеров, значит, какой был в стороне? За Альенде или против Альенде? Против. А армия во главе с Пиночетом? На чьей стороне? И вот сидела эта армия вместе с корпусом карабинеров и смотрели, как Альенде проводит земельную реформу. Земельная реформа – это какая революция? Отнимали у феодалов землю и передавали ее крестьянам. Это какая революция? Буржуазная или социалистическая? Буржуазная. Вот пока Альенде доводил до конца буржуазную революцию, никто его не трогал. Как только он за это закончил, дали ему по шапке и все. И где этот Альенде? Нет этого Альенде. И Пиночет установил там не просто буржуазный режим, а фашизм. И показал, что такое государство. Поэтому люди, которые думают, что вот дело в том, как кто проголосует, когда-нибудь кто-нибудь к власти выборами пришел, какой-нибудь класс? Хоть когда-нибудь за всю историю человечества какой-нибудь класс на выборах пришел к власти? У вас студенты с побывания пришли. А? Один студент с побывания, бывший рабочий. Он пришел, студент один? Нет, класс. Класс. Нет, студент может отдельно прийти, отдельно взятый студент может. Совсем. А класс. Я вот в вас верю, вы придете один власть, один и придете из всех. А класс пришел на выборы хоть раз? Хоть когда-нибудь было, чтобы был один класс, а противоположный класс избрали? А может такое быть? Да мы это уже с вами изучали. Общественное бытие определяет общественное сознание. Если я у власти, то у нас сознание моего. А если вы у власти, будет сознание ваше, будет сознание у большинства. Поэтому выборы, когда будут проходить, за вас будут голосовать. А если я, господствующий класс, за меня будут голосовать. Вот и все. Это очень все просто и понятно. И люди вот как будто они вот... Как будто это такая сложная вещь, которую нельзя понять и в этом разобраться. Что идеология господствующего класса является господствующей идеологией. А голосовать-то будут люди в соответствии с идеологией своей, в соответствии с тем, что у них в голове. А если в голове у них идеи другого класса, так они за другого класса проголосуют. Сколько за большевиков проголосовало при выборах в учредительное собрание? Сколько? Ну, треть, наверное, да? Треть? Ну, большинство-то было в учредительное собрание. Кто? Меньшевики, эсеры, кадеты. А к власти кто пришел? А к власти пришли большевики. А в это время, пока там были эти выборы, учредительные собрания проводились, советы создавались. А при советах что было? Чтобы власть была, надо, чтобы эти советы были с какой-то силой, правда? Ну, а Красная гвардия появилась, рабочая милиция появилась. Или, допустим, была мирная революция в Чехословакии. Она мирная, во-первых, по той причине, что там советские войска стояли в это время, в 48-м году. Так что не надо нельзя было, так сказать, что-нибудь какие-нибудь устраивать нехорошие вещи со стороны буржуазии. Это во-первых. Во-вторых, буржуазные партии, там все было на началах парламентской законности, подали в отставку и вышли из правительства. И правительство, по их, так сказать, мысли должно было пасть. Остались там три коммуниста. Премьер, руководитель Министерства обороны и органов госбезопасности. Три. Но в Чехословакии была рабочая милиция. А что такое рабочая милиция? Вот представьте себе цех. А в цеху стоят шкафчики. И в каждом шкафчике лежит у каждого рабочего ружье или автомат. Вот они открыли шкафчики, взяли свое оружие и пошли мирный демонстрации в поддержку оставшихся в правительстве
министров коммунистических и потребовали, чтобы эти ушли, буржуазные министры. Ну, они ушли и ушли, и больше туда и не войдут. И так произошла социалистическая революция в Чехословакии. Мирно. Мирно. Абсолютно мирно. Ну, никаких выборов-то не было. Какие выборы? Ну, потом были выборы, конечно. Я имею в виду, что вот предположенному классу власть не переходит выборами. А уже когда власть... Если я организовываю выборы, как вы думаете, что выйдет, вы или я? Если я организую выборы. Ну, если я организую... Смотря у кого телевизор. У вас телевизор есть? Есть. А у меня телекомпании все. Вы хотите со мной соревноваться? За кого проголосуют? Сказать, за кого проголосуют? У вас телевизор, а у меня есть. У меня монитор есть. Я смотрю, что на всех телевизорах по всей стране. Телевизор. Телевизор. Выкиньте свой телевизор, он ничего не решает. Еще мы что забыли? Исполнительную власть. Я про чиновника говорил, это не совсем чиновники, это же власть. Вот кто выше, президент или федеральное собрание? Смотря в какой стране. В нашей. А вы в какой стране сейчас? Очевидно, президент. Не очевидно. Не очевидно, потому что кто Конституцию может поменять? Ну, формально, конечно. Что значит формально? Вам Конституция формальна? Вы против Конституции? Вот я говорил. Я говорил, что все вскрылось все сегодня. Человек против Конституции. Это не просто недостаток, дорогой человек. Дорогой человек, да. Фамилию я вашу уже спросил, можете уже не называть. Все. Уже она и зафиксирована. Да, все. Все, уже все доказательства налицо. Пошел против Конституции человек. Конституционные законы принимает, Конституции, законы федеральные. А следом по важности за федеральными законами идут... Президент что может издать? Самое высокое, что он может сделать? Вот. Не просто послание. Послание... Сейчас говорят, я выполняю послание. Но это, конечно, непонятно что. Вот я вас куда-то послал, и вы будете выполнять. Что? Могу. А вы войдете и не пойдете. А что я могу сделать? Потому что не расписано в Конституции, что это вот мое послание в ваш адрес обязательно. А вот про указы расписано. Вот указы президента – это нормативный акт, это норма права. Но что выше, указы президента или законы, которые принимает федеральное собрание? Законы. Законы выше. А вы тут что хотели тут говорить? Вы хотите подорвать вообще демократический характер нашего государства? Вы хотите сказать, что это вот то, что у нас федеральное собрание в двух палатах? Это чистая формальность. Закон сначала должен пойти куда? Сначала Валентине Ване. Матвиенко, Нижнюю палату, Государственную думу, потом, куда, если там проголосовали за этот проект, куда? Совет Федерации. Чувствуете, у нас власть советская уже? Совет там уже, высшая палата. Совет Федерации. И оттуда какая дорога, куда? Президенту. А президент, если не подпишет, он вето наложить может? А что Дума тогда может? Федеральное собрание. Две палаты соберутся и преодолеют вето. Знаете такое по Конституции? А что вы тут нам рассказываете, что у президента выше власть? Ну, Конституция не так поделить. А вы недооцениваете нашу Конституцию. Вы просто хотите, вот, так сказать, думаете, у вас президент к себе помощников возьмет, если вы такие ей будете речи говорить. Не возьмет. Не верит он вам, а мне верит. Так, а дальше что будет? А дальше вето президента преодолеет и будет, как решит федеральное собрание. А вот если и президент подписал, то что? Он подписывает и публикации обязательно в средствах массовой информации. Для чего? Вот я сейчас продемонстрирую вам. Вот я сегодня купил газету, называется «Российская газета». А к ней вот такие... А, нет, это «Коммерсант». А видите, вот мелким шрифтом вот столько, да? Это вот банкротство. Вот то же самое и закон таким же мелким шрифтом печатается для публикации. С одной стороны, все могут ознакомиться, но могут и ослепнуть. А с другой стороны, незнание законов
не освобождает от ответственности за их нарушение. Как только это опубликовано, а нам не важно, знаете вы этот закон или не знаете, попадетесь, и только тогда и узнаете, что вы нарушили. Сейчас вот вы сидите и не знаете, что нарушили. А вдруг уже закон принят такой, что так сидеть вот как-то на меня и так смотреть нельзя. Вот. А вы подпали под него. Откуда мы знаем, какой сейчас закон? И я не знаю. Может, и я нарушил какой-нибудь закон. Потому что законы же, они идут как из рога изобилия у нас. Но полиция, получается, полиция, полиция, она очень ограничена. Она вот вас арестует и отведет куда надо. И все. А дальше другие органы займутся с вами. Есть следователи. Потом есть прокуратура, она за этим всем наблюдает. Вы все время будете под надзором, вас никто не покинет. Вы же гражданин, за вами следят. Только там гражданское общество, там вот. У нас все говорят некоторые, вот дайте нам гражданское общество. Там, где полиция, там, где суд, там все граждане. Там вас так и будет, гражданин, пройдемте. Очень уважительно. Вот это надо и запомнить. Что такое государство? Государство – это машина насилия или система организованного насилия для осуществления интересов правящего класса. Относится это к рабочему классу, когда имеет место социализм? В полной мере. Против кого это направлено? Если из рабочих кто-нибудь будет выступать против интересов рабочего класса, государство будет его подавлять. Или, другими словами, репрессировать. В той части, в какой он нарушает. Если у него целиком в этом деятельность создает, то его как человека будут подавлять. А если он будет в частностях каких-то, его отдельные нехорошие действия будут подавлять. Вот я, например, буду на экзамене от имени государства подавлять незнание социальной философии. У нас же государственный университет. Зачем вам сказали, что у нас... Это не просто институт философии, а такое длинное название. Институт философии Санкт-Петербургского... государственного интереса. Попробуйте вот не знать материал. Да, вот уже намечается уже день этой казни. Но, так что вот имейте в виду. Тут спрашивают, как будет. Страшный суд будет. Я объяснял, могу сейчас повторить. Каждый должен выбрать из 100, пусть попробует, только не выберет. Из 100 там почти вопросов любые два. Это первое. Думаете, это мягкость такая, выбрать? Любимые свои. Ну, вы себя хотите показать с лучшей стороны или с худшей? Выбирайте, какой вам нравится, вопросы два, и показывайте на экзамене. Пишите два листочка. Желательно не больше по одной, чем по одной странице. Кратко, сестра таланта. Кто длинно напишет, значит, у него таланта нет. Зачем себя сразу показывать-то, раскрывать? Это потом вы приносите мне. Но сначала это вы... У нас же это государственный экзамен, значит, вы сначала принесете мне сначала свою зачетку и положим на стол, вы уже тут вот сидите с неизвестным результатом. Принесли мне свои листочки. Я почитал, у меня могут возникнуть вопросы. Я их и задам. А потом, какая тут может быть демократия? Вот то, что я вот поставлю вам, то и будет. Это ужас вообще, что экзамен – это вот вообще страшная сила принуждения. А вам вот слушать с таким видом, да, кивают, кивают, в расстроях. Это ужас вообще. Я когда перестал сдавать экзамены, вот сдал 35-й экзамен кандидатского минимума, когда еще кандидат сдавал, думаю, ну слава богу хоть. А то сидишь как дурачок, а эти экзаменаторы такие умные все. А знаете, почему они такие умные? Потому что они-то ничего не делают, а им рассказывают студенты. Так и всех умных людей такое количество я послушаю, да я на следующий год, представляете, как будут лекции считать, после того, как я вас послушаю. Но я должен показать, что это я как бы сам все додумался, а не вы мне это все рассказали. Вот в чем сложность. Очень сложный экзамен. И вот могу задать дополнительные вопросы, и, может быть, на дополнительные вопросы вы не ответите. Вот тогда это очень плохо. То есть надо готовиться. Но вы-то ответите, я понял. Спасибо за внимание, товарищи. Конец.